Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а где у вас тут талончик можно взять? Или у вас живая очередь? Ты кто такой? Я клиент вашего банка. Просто произошло небольшое недоразумение. Мне позвонил сотрудник вашего банка, я с ним поговорил, у меня все денежки списались. Ага. Вот. Но я думаю, что вы разберетесь. У вас банк вон какой серьезный. У вас такая охрана, колючая проволочка, собачки, дверки железные. Не переживай, разберемся. Кегля, займись им. Да-д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 а
Вас обслужит первый освободившийся сотрудник.